Здравствуйте, я Босе Аделаже. Вы смотрите передачу «Мир женщины». И сейчас мы говорим о том, как важно, чтобы женщина была чиста, о том, как важно, чтобы женщина умела себя укоротить, о том, как важно не развивать ни чистые, ни здоровые чувства к мужчинам, особенно к чужим мужчинам. Женщина может быть чиста, она может быть свята. И мы должны победить дух флюта в себе. И я говорила, что в этом местописании жена Потифара говорила устно, говорила громко. Но сколько сегодня женщины говорят, ну, по-разному, что спит со мной. Особенно в культуре постсоветских стран, где секс очень дешево, где женское тело не ценится. Именно в это время мы должны поднять Божий стандарт. И мы не должны стать искушениями для мужчины. Ни в том, как мы ведем себя, ни в том, как мы разговариваем, ни в том, как мы одеваемся. Потому что можно говорить «спи со мной» не только словами. Можно говорить «спи со мной» другими способами. Но Библия говорит, убегайте от всякого проявления зла. Дорогая женщина, мы не созданы, чтобы соблазнять мужчин. Мы не созданы, чтобы создать сексуальные грехи. Нет. Мы созданы быть верными. Если у нас есть мужья, верны нашим мужьям. Мы не ходим по сторонам. Мы не соблазняем ни женатых. Мы ходим перед Богом, и мы сохраняем себя в чистоте, без пятна, без порока. Пусть Бог помогает нам понять эту тему и не давать места дьяволу в нашей жизни. Спасибо, что вы были со мной. Благословения вам.